Всем привет! Это мой первый влог, который я снимаю на YouTube. Сегодня 4 февраля, да, полтретьего дня, и я решила снимать влоги на YouTube. Скорее всего, это видео посмотрят только мои друзья и какие-то подписчики из Инстаграма и Телеграма. Но я все равно хочу познакомиться, немножко ввести в курс дела, что здесь будет происходить. Меня зовут Катя, мне 25 лет. Скорее всего, я не уверена, но этот блог на YouTube будет о моих творческих домашних буднях. Потому что в первую очередь я начинающий керамист, я занимаюсь керамикой. Вы будете часто видеть мои керамические разные изделия в кадре и рассказывать о керамике. Хочу показывать, делиться своими успехами и неудачами и вообще всем-всем-всем. То есть это моя основная деятельность сейчас, потому что я уволилась со своей работы нелюбимой и начинаю новый этап жизни, посвящая его керамике. А во-вторых, я в принципе люблю заниматься творчеством самым разнообразным. Я люблю рисовать картины, хотя я не художник, я не заканчивала художественную школу. Мне просто нравится этим заниматься для себя. Также я с недавнего времени научилась вязать, я вяжу. Ну и в целом у меня очень много всяких разных материалов дома для творчества. Я вечно что-нибудь придумываю, что-нибудь переделываю, перекрашиваю. В общем, этого тоже, я думаю, будет достаточно здесь, на этом канале. Также я в целом очень домашний человек, я люблю сидеть дома, я люблю наводить уют дома. Поэтому в целом планирую делиться здесь всякими покупками для дома, лайфхаками для уборки, лайфхаками для готовки, в общем, такой всей домашней атмосферой. Короче, в целом такой у меня будет блог домохозяйки-художника. Я, кстати, всегда не знаю, как себя назвать, потому что я люблю в целом творчество. Я поняла, что слово художник отлично подходит, потому что художник — это не только про изобразительное искусство, не только про картины, это в целом про все. То есть художника можно назвать любого творческого человека художником, поэтому я художник. Нет ничего лучше передней камеры, потому что прошлый кадр я снимала на заднюю камеру, я себя не видела, как я выгляжу, и мне ужасно не нравится, как я выгляжу, потому что я какая-то немножко опухшая, но я не буду переснимать, я там хорошо сказала, поэтому просто на будущее буду снимать все с передней камеры. Сейчас мы с вами упакуем шапки, которые я связала на заказ. Я покажу свою упаковочную бумагу. Вот так вот выглядит мой рабочий уголок. Эту картину нарисовала я. Мне она очень нравится. Это мы с мужем и с нашими двумя котами. Тут фотографии за прошлый год, сделаны на Инстакс. И тут кружечки, в принципе. Это, кстати, неудавшаяся тарелочка. В керамике очень часто бывают такие ситуации, когда что-то трескается, ломается. Это кружечки, это будут свечи, это я лепила подсвечники, это Марсель, кот, который будет всегда лезть в кадр. А это я вчера слепила новую посудочку, это будет такая мисочка, она достаточно глубокая получилась, с такими полями, потом я буду ее раскрашивать. И такая небольшая мисочка, это, кстати, название моего бренда, оливка, и такая небольшая мисочка, для ягод, для орешков. Сейчас мы с вами вот эти две шапочки упакуем. Эту я связала на заказ для девочки. Очень красивый цвет. Прям вау. И вторая — это подарок для моего друга. Он попросил меня черную шапочку. Ямы и мои навыки упаковывать подарки. Просто. Сейчас, короче, с вами наклеим наклеечку сюда. Все, этот подарок отправляется к своему получателю. Всем привет! Я в той же локации, что и в прошлый раз, но на таком же домашнем. Сейчас сижу, раскрашиваю свои тарелочки. И смотрю параллельно влог девочки, которая тоже недавно начала снимать на YouTube. Вот, интересно, как снимают
начинающие ютуберы, блогеры, потому что я в основном смотрю кого-то уже крупных ребят, вот. И интересно понаблюдать за молодыми. Смотрите, какой снег пошел. Мне нравится. Значит, я... Там, короче, какой-то кокосовый скраб, он стоил всего, по-моему, 89 рублей или что-то такое. Керамику я раскрашиваю вот такими ангобами. Ангоб — это, по сути, краска, но на глиняной основе, специально для глины. Вот. Это вот новые цвета, которые я купила, розовый и желтый. Но вот минус для меня в том, что ты почти не видишь. То есть оно после обжига по-другому будет. То есть не такой блеклый цвет будет. И ты вот когда раскрашиваешь, ты как бы особо не понимаешь, как это будет выглядеть в жизни, нормально ли ты прокрасил или нет, может, какие-то проплешины. Это меня, конечно, немножечко расстраивает в керамике. Я очень люблю смотреть обзоры покупок и в том числе продовольственную корзину, поэтому сейчас покажу, что я купила во Вкусвилле. Я заранее прописала, что я буду готовить. Я купила фарш для того, чтобы сделать фрикадельки. Фрикадельки использую для супа, то есть будет суп с фрикаделек. Плюс я купила вот такой вот соус, я его не пробовала во Вкусвилле. Хочу в этом соусе потушить тоже часть фрикаделек, то есть на второе. Вот с такой вот лапшой. Я очень люблю лапшу удон, прям обожаю. Но вот опять же во Вкусвилле я еще ее не пробовала. Картофель бэби. Мы с мужем его обожаем. Я его просто тщательно мою и прям в таком виде, не разрезая, тушу на сковородке. А потом немножко обжариваю сверху. Сыр. Я обожаю сыр. Взяла на пробу вот такой вот легкий. Вот эта смесь орехов, я просто в нее влюблена, из Вкусвилла. То есть здесь фундук, кешью, грецкий орех, миндаль и изюм. Прям вот топ. Я сейчас хочу переходить на такое правильное питание, без всяких чипсов и вредностей. Вот орехи мне очень зашли. Голубика. Голубику тоже я взяла вместо всяких сладостей, вместо шоколадок. В общем, осознанное правильное питание. Яблоки. Яблоки я не люблю, но взяла в надежде на то, что начну их кушать. Ну, не то, чтобы не люблю, нет такого, что я их прям ненавижу, не переношу, просто спокойно к ним отношусь. Бриош. Обожаю такой тостовый хлеб. По утрам делать тосты себе с ним, прям восторг. Всем советую. Любой, из любого магазина, вот такой вот тостовый хлеб, квадратный, бомба. И классическую взяла курицу, как раз-таки я, наше любимое блюдо, это вот эта вот картошка бэби и курица, я ее разрезаю на такие слайсы, мариную в специях и обжариваю на низком огне без масла, вот, очень вкусно получается. Вообще, изначально я вела фудблог, точнее, начинала свою карьеру блогера именно с фудблога. Создавала отдельную страницу, на нее выкладывала рецепты, прям снимала видео, прям очень все серьезно у меня было. Но со временем я поняла то, что, во-первых, это немножко не мое, то есть я не хочу быть чисто фудблогером, я хочу показывать свою жизнь тоже, а я себя очень загнала в рамки и решила вернуться в свою основную страницу. Ну, и это все про Инстаграм я рассказываю. Вернуться на основную страницу и вести уже как бы блог полноценно там. Вот. Но тоже был фудблог у меня долгое время, только с элементами жизни. А сейчас я очень давно перестала прям готовить, то есть мне тяжело что-то приготовить, мне очень проще заказать что-нибудь, либо куда-нибудь поехать покушать. Вот. Но сейчас хочу опять входить в режим. У меня обычно так всегда. Этот период зимы затяжной мне очень сильно давит морально на меня, вот, а сейчас уже вроде солнышко вот сегодня в первый раз вышло, я прям безумно счастлива этому была, вот, поэтому хочу снова готовить, я так всегда делаю, то есть я составляю заранее меню, что буду готовить в течение недели, прописываю себе план прям блюда, которые будут у меня. И потом прописываю продукты, которые нужно заказать. То есть я специально продумала то, что я буду готовить в суп из фрикаделек. И также я знаю, что у меня останутся фрикадельки от супа. То есть я не буду там всю пачку кидать в суп. И поэтому эти фрикадельки я просто делаю как второе вместе со спагетти. Ну, не спагетти, я удон купила вместо спагетти. Вот, очень удобно. То есть как бы заранее планируешь, не покупаешь ничего лишнего. Вот, овощи какие-то у нас уже были дома, поэтому я их не заказывала. То есть что-то остается. Вот.
прикольно, удобно. Посмотрим, насколько у меня хватит, потому что обычно я так, на таком энтузиазме, а утром просыпаюсь вообще в таком состоянии, что ничего не хочется. Я знаю, что у многих такое состояние. Если вы думаете, что вы одни, то нет, вы не одни, нас таких много. Солнца нет, все такое тоскливое, серое, ну, в Москве так точно. Вот, я сбила себе режим очень сильно, потому что сейчас нет у меня какого-то стандартного графика работы, я очень поздно просыпаюсь, поздно ложусь, и это прям сильно, конечно, ну, влияет на общее состояние. Вот, прописала себе еще, как, трекер привычек, в общем, хочу трекер привычек вести, или как это правильно сказать, прописала пункты, которые мне прям обязательно хочется делать и выполнять. Думаю, как себя замотивировать, потому что я знаю, что меня не мотивирует просто ставить галочку. Типа, вот я выполнила, меня это не мотивирует, мне нужно что-нибудь такое радикальное. Я вот сейчас думаю, что какую-нибудь свою мечту исполнить, да, возможно, дорогую финансовую, возможно, даже дешевую мечту, просто которую я никак не могу там, не знаю, морально себе позволить. То есть вот, короче, какая-то мотивация мне нужна хорошая. Вот, потом поделюсь с вами этим трекером привычек. Я заказала себе ежедневник очень красивый. Когда он придет, я вам покажу его и покажу. Туда же напишу трекер привычек, вот этот ежедневник. И расскажу, покажу, что я хочу сделать. Всем привет на моем любимом месте в доме. Это мой балкон, моя мастерская. Сейчас я здесь не сижу, потому что тут прохладно из-за зимы, но скоро, через месяц-полтора, я сюда перееду. В этом контейнере мои изделия после обжига. Честно сказать, я немножко расстроена. Сейчас буду рассказывать все по порядку вам и показывать. Начнем по порядку. Я делала кружечки в виде сердечек. Пару штук. И кружечки с нарисованными сердечками. Наверное, даже так видно, что это полный... Без мата не скажешь. В общем, грубо говоря, в студии мне испортили изделия тем, что не сказали, что у них поменялась глазурь. То есть я прихожу, глазурую на коворкинге, я еще у них уточнила... Ты постоянно мешаешь мне снимать. У тебя что, больше негде посидеть? Вот с этой стороны посиди, посмотри в окошко. В общем, мне в студии выдали другую глазурь, не спросили у меня, какая нужна мне. И когда я начала покрывать, я начала понимать, что что-то не так. Вообще другое ощущение от покрытия. Я у них спросила, это нормально, что не так с глазурью? Они такие, да, у нас просто поменялась глазурь, все должно быть нормально. Но это вообще не нормально. В общем, эта кружечка еще более-менее в адекватном состоянии. То есть я из нее буду пить сама. Ну, нормально. Хотя она какая-то серая стала, должна была быть вот такая, беленькая. Но вот этот ужас, во-первых, вот эти вот темные пятна. Во-вторых, у меня такого никогда в жизни не было. Вот еще. Просто это ужас. Это просто отвратительно. Ну и последняя кружечка. Эти 4 кружки должны были представлять мою первую коллекцию на продажу, посвященную 14 февраля. Я не знаю, что этим можно сделать. Я поспрашиваю у знающих ребят в чате. Может, это как-то можно переглазуровать в какую-то другую глазурь. И это будет выглядеть нормально, адекватно. Но пока мне, конечно, очень грустно от того, что получилось. Но при этом есть изделия из другой глины, которые получились нормально. Вот с этой же глазурью. То есть все, вот такая тарелочка. Она не должна была быть в коллекции, это я просто так делаю для себя. Тестовый вариант такой формы, но мне очень нравится она. И мне кажется, это будет единственная тарелочка, которую я выложу в продажу. Я еще сделала подсвечники, которые почему-то вот таким образом покрылись. То есть так не должно быть. Их я тоже хотела выложить или подарить кому-нибудь, но в таком состоянии. Вот эта штучка нормальная, она плотная покрылась. Ой, вот. А сам подсвечник покрылся с проплешинами. То есть такого звука быть не должно. Это плохо, так быть не должно. Но и это тоже подсвечник точно в таком же состоянии. Очень грустно мне от того, что так получилось, и меня не предупредили. Я спрашивала заранее, покрыли мои изделия, точнее, обожгли ли мои изделия. Они такие, да-да-да, все хорошо, забирайте. А что мне забирать? Вот этот ужас. Ну, как-то, короче, грустно.
И когда отдавали, тоже ничего не сказали мне. Ручка, которая получилась прикольной, она с котиками. Очень милая кружечка. Просто делала ее тестовой, как тестовый вариант. Помимо этого, я забрала у них всю свою оставшуюся посуду. Она не покрыта глазурью, она после первого обжига только. Забрала ее по той причине, что не хочу больше у них обжигать. Хочу пойти в другую студию, купить свою глазурь, чтобы вот такого вот больше не было. Прошлый кадр я вам записывала вот в таком положении, потому что кот с подоконника запрыгнул мне на шею, на плечи. Вот так вот. Никаких личных границ он не знает. Кот-попугай. Сегодня должна была быть фотосессия моей коллекции, которую вы видели только что. Но несмотря на то, что коллекции не будет, я все равно хочу сделать себе новую аватарку. У меня была цель в этой пижаме, в сердечко, с кружечкой и сердечком, сделать себе новую аватарку. Я вот накрасилась. И иду фотографировать. Фотосессия окончена. Фотографировалась я вот с этой вот кружечкой, которая получилась более-менее нормальная, хотя цвет у неё должен быть вот такой вот белый, а получился грязный. И сейчас вот здесь вот покажу фотографии, которые у меня вышли. Какая-то из них уже стоит на аватарке, а какие-то просто я оставлю себе на память. И еще хочу поделиться своей керамической покупкой. Вы видите торт? Да. В общем, это тортовница. Сейчас покажу. В общем, это вот такая вот штучка, чтобы удобнее было лепить посуду. Например, ставишь ее, да, ну, когда ты лепишь. И там можно вот так вот вертеть ее, вертеть, раскрашивать в этот момент. Короче, это очень удобно. Вообще, у керамистов вот эта штучка называется турнетка. Она делается из железа вроде бы. И вообще из каких-то очень тяжелых материалов. И стоит от 3000. А это я купила за 400 рублей на Валбересе. Она предназначена для торта. Она, конечно, пластиковая. Не знаю, сколько она мне проживет. Но самое главное, что она вот так вот крутится. То, что нужно мне было. Вообще мой влог первый подходит к концу. Я не знаю, что из этого получилось. Я не знаю, буду ли делать я это дальше. Я не знаю, как сильно я раскрыла себя, как интересно я это показала. Конечно же, мне будет интересно почитать комментарии, ваши какие-то отзывы на мой влог, кто посмотрит это. Вот. Но мне нравилось снимать. Тяжеловато на самом деле. Не всегда с первого дубля получалось записывать. Всем спасибо, кто посмотрел этот влог. Спасибо за поддержку. Увидимся.